Гомельская область пропрацовывает новые варианты супрацовництва с российскими регионами. Покуль значный адмовный уплыв на этот процесс оказывает пандемия коронавирусу и связанные с этим обмежевания. Наши корреспонденты потекавились планами. Бадай один из основных партнеров Гомельщины у России – Брянская область. Менавіта сюды накировывается амаль 10% регионального экспорта. Найбольш буйный экспортер – акционерное товариство «Гомсельмаш», что тлумачится иснаванием у Брянску совместного предприемства по вытворчести сельскохозяйственной техники. На другом месте – молочные продукты из Мазыра, Гомеля, Калинковичев и Рогачева. Самый буйный экспортер у этом списке – мазырские молочные продукты. У районе это одно из лепших предприемств и не у опошнюю шаргу по причине значных экспортных поставок. Не глядяши на конкуренцию, наша молочка корыстается на замежных рынках высоким попытом. Сегодня люди готовы платить за сапраўды якостные продукты. На сегодняшний момент в Брянскую область мы поставляем свою продукцию и со всего объема в Российскую Федерацию. Удельный вес Брянской области идет 69%. Это наше сухое молоко и сливки крупногабаритной тары. Бадай головный стримливающий фактор у межрегиональных гандлево-экономичных отношений – пандемия коронавирусу и связанные с ее обмежевания. По великим рахунку, зараз трапить у соседнюю Украину для работы, например, вахтовым методом, будовникам и нафтовикам можно только с допомогой авиазносинов. Хоть навык не глядяши на иснующие обмежевания, поставки соли на Брянщину сёлета повелишились амаль на 5%. Молочной продукции больше як на 10%, вырабу с пластмассы на 30%. Выники проведенного наприконце минулого месяца 7-го форума регионов Беларуси и России и сустреча у его рамках делегаций Гомельской и Брянской областей дают подставу указать об реальности активизации супрацовництва. Состоялся визит делегации Брянской области в Гомельскую область. По итогам этого визита готовится ответный визит делегации Гомельской области. Строительные организации посетят Брянскую область. Кроме того, в третьей декаде октября состоится совместное заседание Республики Беларусь и Брянской области в Минске. Также будет визит делегации Брянской администрации во главе замгубернатора Петушковой. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».